Привет! Сегодня буду готовить вкусный, нежный яблочный пирог. Приступим! Для приготовления нам понадобится 80 грамм муки, я уже ее просеяла, 100 миллилитров молока, 2 яйца, 60 грамм сахара, соль, корица, кусочек сливочного масла для смазывания формы, 30 грамм растопленного сливочного масла, 10 грамм ванильного сахара, 10 грамм разрыхлителя, килограмм яблок, лимон, не один маленький. И тут в баночке мне сахарная пудра, она понадобится для украшения нашего пирога. Яйца перемещаем в миску. Добавляем сахар, щепоточку соли. И теперь нужно это все перемешать. К яйцам с сахаром добавляем растопленное сливочное масло. Молоко. Тоже все тщательно нужно перемешать. Перемешала. В муку добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. И отправляем все в миску. Также все тщательно теперь нужно перемешать. Наше тесто готово. Такой консистенции оно получилось. Оставляем в сторону. Теперь нам нужно подготовить яблоки. Яблоко нужно очистить. Очищенное яблоко нам нужно нарезать вот такими тоненькими слайсами. Яблоки нарезала, вот так у меня получилось. Добавляем немножко корицы. Поливаем лимонным соком. Тщательно перемешиваем. Я убирала косточки, которые упали туда. Чтобы яблоки подружились с лимонным соком, с корицей. Выливаем сюда тесто. И тоже все тщательно нам нужно перемешать. Перемешиваем, чтобы тесто подружилось с яблоками. Я все тщательно перемешала, вот так у меня получилось. Форму смазываем сливочным маслом и перекладываем в форму нашу смесь. Вот так у меня получилось. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов минут на 30-35. Ориентируйтесь, как выпекает, печет ваша духовка. Вот пирог красивый,
румяный у меня получился. Сверху можно украсить сахарной пудрой. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!